Так, вижу оленей. Что делать будем? Блин, выстрел будет очень громкий, меня услышат, а мы прям на военке. Но мне нужно мясо. Тимофей сейчас будет охотиться. Видите, вон они, красавцы, идут. Ну, смогу я ему, нет, приписюнить? Но в брюхо я ему заряжу, да, будь здоров, ё-моё. Пиздец, блядь. Все пизд... еда вот из-за глупейшей ситуации была упущена, к сожалению. Так, быстренько осмотримся. Да причем я даже в корпус, получается, не попал туши. Она просто стояла, как бы ей пофиг было. Этой тушке. Вот в чем прикол. Вот она, небольшая военочка. Сейчас будем ее пылесосить. Так что надо было... Блять, тачка! И чё, он просто проехал? Так, вижу. Двое. Двое челиков. Так, чуть отступаем. Сейчас, сейчас, сейчас будем охотиться. Нам надо идеальный момент подловить. Ага. Двое, двое мальчуганов. Сейчас, сейчас, сейчас. Надо тачку найти. Где они тачку бросили? И у тачки... И у тачки их принять. Тачку бросили где-то за базой. Лишь бы меня не увидели, тогда все пропало. Видели меня? Он охотился на меня. Вот она, тачка. Второго вижу. Он меня тоже видит. Я его нет. Я его не вижу. Хорошо лупит, если у него прицел есть, хана. Так, спокуха, спокуха, братухи. Но их может быть трое. Вижу только зомби, и он на него не агрится, понимаете? Так. Очень внимательно сейчас, очень внимательно. Я не вижу, где он. Так-то бы полностью его обойти, крутануть. Но нельзя к тачке подойти. В тачку сядет, падла, уедет. Поэтому крутим...
Блять, третий. Минус 3 нахуй дал. И тачку сейчас еще отожмем. Заряжаемся. Так, ну я и предполагал, что их будет трое. Фух, ебать. Так. Вот это, блядь. Получились дела у нас. Интересные, я вам скажу. Так, жрать хочу, сейчас надо перекусить. Я видел у одного банку. Сейчас будем разлутывать и кушать. Так, давай, давай, давай. Срочно, срочно жрать. Срочно. Все, надеюсь, что их было трое. Так, слушай, ну-ка пойдем. Ну я ему вхерачил с этого, блядь. Да, да, мертвый, мертвый лежит. Все, машина собрана. Лежит, лежит, родненький. Все лежат. Грибы вон тут выросли. На стрельбу могли прийти, поэтому сейчас как-то надо... Тело бежит. У них база рядом. Тело бегает. Один патрон в Мосинке остался. Короче, походу не дадут нам, слушайте, покоя. Я видел еще одно тело. Там по холму чекает, на выстрелы пришел. Продолжаем. Файт продолжается. Блин, в глотке все пересохло. Аж глотнуть не могу. Короче, это либо их, либо на выстрелы пришел челик отдельно. Так, отступаем. Мне нужна снайперка. Мне снайперка нужна. Как минимум тело одно в лесу еще. Уезжай. Не-не-не. А что толку-то уезжать? Сейчас снайперку возьмем. У него снайперка там нормальная. Да-да-да, Рон, я так и делаю. Сейчас берем снайперку. Так, Мосинку скидываем тогда, хер на нее. Как минимум одно тело еще. Так, отлично. Сейчас будем этого челика высматривать. Он нас тоже бегает там, высматривает. Так, тихо. Все отлично. Все, теперь у нас есть на дальняк. Здесь зарядили. Револьвер заряжен, если что. Кстати, револьвер спас нас по итогу. Блять, вижу. Тихо, тихо, родненький. Ты что ж делаешь-то, блять? Блин! Это такой ж просто горячий был файт. Ну, слушайте, я его ранил 100%, а может даже разменялись. А может...